Чтобы понять, насколько малыши осознают опасность открытых окон, наша съемочная группа отправилась на одну из брестских детских площадок. Оказалось, даже самые маленькие, даже те, кто еще толком не умеют выговаривать слова, знают подходить к окну, а тем более открытому, затея опасная. Ты подходишь к окнам близко? А почему? Потому что это опасно. А в чем опасность? Потому что можно удариться. А кто тебе говорил, что нельзя подходить к окну? Мама. Я не хожу возле окон. А почему ты не ходишь возле окон? Это опасно. А что может быть, если вот к окну близко? Упасть. Походить за окошко опасно, это делать нельзя. Родители юных брещан признаются, проблем с этим вопросом нет, но подчеркивают, на страже всегда. Многие уже установили специальные механизмы, которые не позволяют малышам открыть окно самостоятельно. Слава богу, нам достаточно объяснить ребенку, чтобы она не подходила к окну и не было прецедентов. Мы не замечали ее возле окон, но в случае чего, конечно, будет предусмотрена, я думаю, и блокировка, и ручки можно поснимать. Тем более у нас этаж 10, очень высоко, очень страшно. Поэтому регулярно ребенку об этом говорим, она знает и туда старается не подходить. Однако, несмотря на воспитание, благополучие в семье и полный контроль, трагедии, связанные с выпадением детей из окон, случаются на Брещине. Потому что дети, какими бы смышленными и послушными ни были, все равно остаются детьми, любознательными и в чем-то бесстрашными. Последние случаи в Кобрине и Пружанах – печальное тому подтверждение. 31 мая текущего года в городе Кобрине 3-летний ребенок выпал из окна собственной квартиры, расположенной на 5-м этаже. При этом ребенок забрался на стол, расположенный под подоконником, залез на подоконник и выпал в окно. Родители в это время контроль за ним не осуществляли. Вторым примером является случай, произошедший в Пружанах. В Пружанах 3 июня текущего года 2-летний ребенок залез на подоконник на 1-м этаже своей квартиры, надавил на москитную сетку, которая, не выдержав его вес, выпала на улицу. Ребенок выпал и получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован. К счастью, малыши живы, но получили серьезные травмы. При падении не бывает безопасной высоты. Такие происшествия приводят к переломам, кровотечениям, сотрясениям и разрывам внутренних органов. Они получают в первую очередь это травмы головы, что самое серьезное является. И на данный момент бывают смертельные, чаще всего вот именно травмы головы. Следующее это ушибы внутренних органов и переломы костей. Переломы у детей не так страшны, потому что срастаются они довольно быстро и не являются смертельными. А вот уже по внутренним органам разрывы капсул внутренних органов, внутреннее кровотечение и вот ушибы головного мозга – самые серьезные травмы при падениях. Специалисты призывают взрослых – будьте бдительны и не устают напоминать о простых правилах их соблюдения, пусть и не стопроцентная, но гарантия безопасности и счастливого детства ребенка. Для обеспечения безопасности своих детей родителям достаточно запомнить несколько простых правил. Не рассчитывать на москитные сетки, поскольку они не предназначены для удержания веса ребенка. Обеспечить расположение мебели в квартире таким образом, чтобы возле подоконника и под подоконником мебели не было, что не позволит, в свою очередь, детям забраться на подоконник. Рассмотреть возможность установления специальных фиксаторов на пластиковые окна, которые не позволят открыть окна нараспашку и будут удерживать их в режиме проветривания. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.